Сырость, грязь, примерзшие к полу вещи. Таким стал некогда уютный дом семьи Пешковых на улице Транзитной. Пожар уничтожил жилье многодетной семьи из Барнаула. Отец, мать и четверо детей остались без крова. Причина пожара пока неизвестна, результаты экспертизы будут позже. Предположительно, возгорание произошло на крыше. Просыпаюсь от того, что я просто не могу дышать. Я говорю, что делать, я не знаю, куда. Он говорит, буди детей, скорее буди детей. Альбина начала маленького будить. Я говорю, Альбишечка, буди дочечка его. А он уткнулся. Он уткнулся в диван. И не реагирует ни на что. Я говорю, сыночка, вставай, мой хороший. Лишь в последний момент удалось вынести 3-летнего мальчика, который надышался дымом. Но благодаря своевременной врачебной помощи выжил. Теперь семье предстоит капитальный ремонт, на который нет средств. Вероятно, придется менять потолок и всю мебель. Семья Пешковых просит помощи всех неравнодушных. Они будут рады одежде, обуви, канцелярии, предметам первой необходимости, стройматериалам, мебели. Номер банковской карты и телефона вы видите на ваших экранах. За дополнительной информацией можно позвонить Татьяне или в редакцию нашего телеканала.